Некоторое время назад я поделилась нейл-хаком, где мы выпиливаем из типса обратную улыбку для френча, чтобы потом использовать ее как шаблон. Так ее можно примерять к различным цветам и выбрать понравившийся оттенок. И что вы думаете, сегодня была в магазине и увидела там вот такие типсы. На них уже есть готовая линия улыбки, а значит выпиливать ничего не придется. Мы просто покрываем их абсолютно любыми цветами и далее можем точно так же примерять к палитре и выбирать абсолютно любые сочетания френча и разноцветного ложа. Мне кажется, такой трафарет очень пригодится мастерам, у которых есть клиенты, которые любят примерять все оттенки, прикладывая типсы к своим ногтям. Кстати, а вы так делаете?